Привет, ребята, с вами я, ваш Варька Твоя. Если ты еще не попал в нашу дружную команду, то скорее подписывайся на мой канал, ставь лайк, жмяка на колокольчик, ну а мы погнали. Сегодня у меня будет видео о посылках, как вы уже догадались, по названию. И на этот раз их не будет не две и не одна, а целых четыре. Вот, четыре посылки ко мне пришло с Пандау. Вот. Я очень побыстрее хочу их открыть. Я уже предсказываю, что вот в этой посылке. И уже предсказываю, что вот здесь. Поэтому давайте же побыстрее начнем. Здесь я не знаю чего, а вот в этих двух знаю. Так, ну что, давайте вот с этой начнем. Сейчас возьму ножичек, и мы будем открывать их. Итак, вот мой ножик. Сейчас начнем открывать посылки. Вскрываем. Первую. О, ребята, смотрите, это же стилус пришел ко мне. Прикольно. Я сейчас не могу его никак опробовать, потом скажу вам. Когда, если смотрю видео, но мне кажется, что любой стилус должен работать. Минус в том, что здесь какая-то такая шелуха, как будто от наклейки. Ну, не знаю, я его хотела перекрашивать, поэтому... Потому что я знаю, то, что мне придет золотой, мне не очень хотелось этот цвет. Поэтому вот, такой стилус. Так, следующая посылка. Давайте вскроем вот эту. Она прям такая толстенькая. И, кстати, когда забыла вам сказать, что все эти посылки вскрывали на почте. Видите, заклеивали скотчем. Вот. Все. Вот. Кроме вот этой. Ее не вскрывали. Не знаю почему. Давайте же посмотрим, что в этой посылке. Так. Так, какая-то вот такой вот пакетик. Я пока что не понимаю, что там. Так, открываем его. А, это линза моя. Новенькая линза. Это я не знаю, это что у нас? Да. Не рыб. И у нас еще здесь есть еще одна линза. Вот это макросъемка. Вот это макролинза. Здесь прямо написано так макро. Макро. А там это значит рыбий глаз. В принципе, прикольные, я довольна ими. Вот. Так. Все, все нормально. Не бойтесь. Так. Ну, я потом разберусь, как тут все делать. Посылка какая-то для телефонов. Серьезно, пока что все. Так. Все, давайте теперь скроем вот эту посылку. Я уже знаю, что там. Ну, мне кажется, что там это именно. Надеюсь, не порежу. Да, ребята, да. Это микрофон. Сейчас мы его достанем. Теперь у меня будет видео качественнее с микрофона. Сюда я буду надежду цеплять и буду... Все нормально будет со звуком. Потом разберусь, как его подключать и все такое. То есть следующее видео ждите с этим микрофончиком. Так, вообще суперски. Мне очень нравятся пока что наши все посылки. Надеюсь, следующие будут именно такими же. Итак, ребят, у нас осталась последняя посылка. Давайте же ее вскроем. Я знаю уже, что там, потому что я таких объемных посылок больше не заказывала. Вон так. Ту, которую я знаю. Да. Это он. Вот так вот. Вы сможете отгадать? Это штати. Он черный, хотя я заказывала розовый. Ну ладно. Теперь видео будет намного лучше. Поверьте. Со звуком-то, с подставкой, вообще супер будет. Вот. Все. Вот такой вот штатив.
Его можно куда угодно цеплять, что угодно делать. Сейчас поставим на него нашу державочку телефонную. Так. Закручиваем. Хорошенечко закрутим. Все. Вот наш штатив готов. Вот такая трехножка. У нее ножки можно сгибать в любые стороны. Вот. Жалко, что, конечно, в черном цвете, но для съемок видео какая разница. Вот. Поэтому очень прикольная. Буду пользоваться ей. И, ребят, на этом было все. Наконец-то я дождалась этих посылок, и они пришли очень быстро. Я их заказала только в апреле, в конце апреля, а уже конец мая, и они пришли. А так они доходили за месяц, за два. И мне еще не прошел мамин микрофон, гарнитура. Значит, не очень. Значит, не у хорошего продавца заказала, а это все у хорошего. Я очень рада. Сейчас еще раз покажу, что я сегодня получила. Я сегодня получила микрофон, мой штатив, стилус и линзы для камеры. Очень круто все. Буду пробовать. И заметьте, я все заказала именно для телефона. Вот. Ну, а теперь спасибо за просмотр и всем пока!